на чилийские студенты вновь митингуют против системы образования. Около 1000 учащихся вышли на улицы Сантьяго, требуя провести новую реформу. Но вот в этот раз акция протеста, правда, закончилась, едва успев начаться. Путь студентам преградила полиция и спецназ. Всего лишь через пару кварталов. Стражи порядка церемониться не стали и сразу принялись за дело. Сначала в демонстрантов полетели шашки со слезоточивым газом, ну а после правоохранители приступили к задержаниям. Причем действовали они так жестко, как будто имели дело не со студентами, а с матерыми преступниками. В итоге около 20 демонстрантов оказались в больнице, столько же увезли в участок, правда, позже всех отпустили. Протесты студентов в Чили не затихают уже несколько месяцев. Недовольство учащихся понять можно. Это вызвал закон о бесплатном высшем образовании. И вот студенты уверяют, что с начала его действия воспользоваться им смогли всего лишь 14% студентов.